Вера Жаворонкова пришла в профессию спортивного журналиста почти 10 лет назад. Это было случайное стечение обстоятельств, но она влюбилась в профессию с первых кадров. Сейчас Вера освещает практически все спортивные мероприятия на территории Ленинского городского округа. Футбол, мотобол, хоккей, баскетбол, большой теннис, маленький теннис, пинтбол. Вот все, что связано с этим, все я освещаю. Самый-самый, конечно, любимый – это мотобол. Загруженность зависит от времени года. Если зимой это более спокойный график, обычный тренировочный процесс у спортсменов, то летом это постоянные матчи, соревнования, гонки. Сначала работа на поле с фотоаппаратом, потом в кабинете за компьютером. Это идет и обработка фотографий, и отбор фотографий. Это понятно, что бывают и неудачные кадры, где-то рука дрогнула, где-то не успел кнопочку нажать. А, конечно, потом идет отбор и обработка. Чтобы сделать хорошие фотографии, недостаточно умелое обращение с техникой. Нужно еще любить профессию и спорт. А Вера любит спорт, потому что это движение, это энергия, это жизнь. Это всегда что-то интересное. Даже если ты знаешь, что вот это такая команда, это такая, для тебя все равно это будет непредсказуемой игры. Это какой-то своего рода даже адреналин. Ты хочешь, не хочешь, но начинаешь за какую-то команду прям болеть, радеть. Готовому фоторепортажу она пишет текст для социальных сетей со всеми подробностями от забитого гола до весовой категории в карате. Вера Жаворонкова останавливаться не планирует. Ее самая большая мечта – побывать в качестве журналиста на большом международном спортивном событии. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.